кормушка. Опа. Помнишь, как мы раньше их называли? Колбасина. Смотри, какая. Вот это. О, нифига. Вот это селедка была. Вот такая вот, прикиньте. Вот такая вот. Больше. Я помню, лет 10 назад вот этот человек просто ничего не умел. Смотри, убежал сразу. Володя, будешь бутербродик? Давай, Володя, убирай удочки. Давай, пойдем нормально. Не травмируй нам душу. Так, где Володины мормышки? Блин, у этой нету. Ладно. Все буду спрашивать. Ну да. Блин, не рыбалка, а песня. Доброго времени суток всем. Мы находимся на Красноярском водохранилище, район Даманского полуострова. Закрываем сезон зимней рыбалки. Лед пока еще есть. Лед хороший, надежный. А это кто у нас там вылез? Всем привет. А это у нас там вылез Владимир Яковлевич. Ну что, Володя, будет сегодня рыбалка? Рыбалка будет сегодня бомбическая. Просто я думаю, что сегодня еще не закрытие сезона. Все-таки я думаю, что мы еще разочек съездим. 24 еще апреля еще, ну, да, съездим, мы, да? Есть. Если у меня руки болеть не будут после сегодняшнего. Да, время 7 часов утра. Пораньше приехали. Глубина что у нас? Метров 5-6, наверное, да? Так, значит, что у нас сегодня? Дунаев. Опять сипуха. Запах такой, я не пойму. Какой-то, блин, шоколадный. Шоколадный какой-то, ванильный, да, запах. Ну, просто оно что зеленое, прям, ага. Такая яркая. Так, и мормуша у нас. 13, 13 стаканов мормуша. Поэтому кормим, не жалеем. Ну, может, попробуем пока так. Сейчас как вкормимся и еще останемся. Где-то на работу? Да. А мне нет. Так ты уже и так забыл, что это такое. А что нам? Работа это когда? Молодым пенсионерам рано. Что нам еще делать? Конечно. Ну, да. Рыбачим, отдыхаем. Да молодые еще, о, красивые. Что-то глубина вообще 4 метра, что ли? Да нам больше не надо. Раз, два, три. 4. Ну, 5 метров, как я и говорил. Нормально. Пятерик, но. Володя уже одну удочку поставил. Володя, почему снасть не показал? О, а это третий член нашей команды, Кирилл Васильевич. Доброе утро. Кирилл Васильевич, ну что, как настроено рыбалка? Отлично. Сейчас вас обрыбачу. Ну, не спорю. Сейчас наживку посмотрю, только на что вырыбать. Наш ученик. А. Так, что у тебя здесь? Нифига у тебя здесь домяра. Здоровая палатка. И в этой палатке Кирилл будет один сегодня рыбачить. Забурил я ему, как обычно, лунки на рыбных местах. Уже обрыбился, да, походу? Ну да. Одного кушка поймал. Ну, пока тебя нет. Не говори. Здесь Володя уже сорогу дербанит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот и я обрыбился. Ой-ой-ой, беда-беда. Ой-ой-ой. Это рвач. Смотри, какая хороша селедочка. Опа. Там у кого-то мать пошла. Ну, у меня, как всегда, долбит. Все. А Володя, он... О, лещара. О, лещик попер. Смотри, смотри, зачем его поднял. Ну, вот такой вот можно. За брать. Подбородок. Ну, да? Такой вот дюга такой. Видовой. Кирилл Васильевич. Урок. Урок. Стукаешь об дно. И пошел потихоньку. И? Подожди. Москва не сразу строилась. Так тебе надо на въезде прям табличку поставить. Даю уроки рыбалки. Ну, смотри, сколько советчиков, да? Подсказчиков сколько. Это вообще профи. Да. Зарисовывает, говорит, он рыбачит. Учитель. Я сенсей. А у меня сегодня рука уже. Я помню, лет 10 назад вот этот человек просто ничего не умел. Смотри, убежал сразу. Ну видишь, Кирюха, я пришел, и рыба пришла. Угу. А то сидел здесь с утра. 3 рыбки поймал. Нормально.
что? Уже почти полный кан. Второй. Ой, нифига, ты уже второй кан. Офигенно. Что-то так вода ходит. Ну, смотри, какой лещ. Хороший. Лещ к Володе подошел, Кирюха. Прикинь. И такой довольно неплохой. Ну. Покажи поближе. Ну, какие хорошие, ага. Хороший поточек. Хороших, ну. Как мама любит. Как мама любит. Попробуем в проводочку. Ах ты, бёд. О, кого-то зацепил, а? Хороший. Врёт. Наверное, забагрил. Вот, трясется там. А нет, сорожка хорошая просто. А, дуплет, вот. Вот теперь и порнушка. Опа! Первая порнушка. Только вспомнили про нее. Кстати, на сало взяла. Да? Ага. Видел, как у меня удочки летают. Вот как раз поклевка онлайн. И музыка еще заиграла на телефоне. Ты поймал? Ну, здоровенную. Поднакинул. Чувствуешь разницу? Угу. Когда ты играешь, угу. Видишь, мормышка как играет. То есть, как поправлять, чтобы он такой был? Допустим, если она так вот боком стоит, ну, делаешь там 1-2 оборота и поднатягиваешь на то, чтобы леску не порвать. Угу. Все, вот так получается. То есть я опять пришел, опять поклевка, да? Аж выбило из рук. Можешь мне не уходить. Будешь, короче, дубасить вот такую вот сорожку. Конечно, простой крючок. Красавчик. Ну все, видишь. Дело пошло. Вот уже какая. Вот такие вот слиточки, да? Угу. Хорошие. Красотунки. Красотунки. Мамочка должна быть. Да ты что, зацепилась опять. О, дуплет еще один. Порнушка. Ну, хорошая обе. Обе хорошая, ага. Кирилл Васильевич. Стоять. Я тебе говорю, 6 косарей. Ценник, блядь, растет. Ценник растет, смотри. Еще порнушку вытащу, и уже будет 15 на. Нифига там кабан. Вот это кабан. Опа. Смотри. И опять, видишь, она сработала. Ага. Ну. Подлечь? Не, сорога. Сорога прям хорошая. Вот такая бы вся была бы. Вот такая красавица. Слиточек серебряный. О, что-то хорошее идет. Слабину не давай, Кирилл, слабину не давай. Бобрик нужен? Вот это поворот. Ты там не утонул?
окушок. Опа, еще поклевочка была. Ну все, поклевочка. Смотри, какая сорога-то хорошая, но. Селедочка. Вот она, маленькая снасть. О! Прям хорошая. Колобасина. Помнишь, как мы раньше их называли? Да. Колобасина. Смотри, какая. Вот это. Ну, у меня это вообще по сравнению с твоей. Ну, просто у меня конь. У меня-то лещ. Конь. Все, рыбалка у нас все откладывалась, откладывалась, да? Ну, погода нам откладывала. Да. Погода. Шторм. Ой, какая хорошая. Прям конь. Да, тыкдымский. Вот, вот эта тема. Вот эта рыбалочка. Да здесь рыба куча. О, зацепил. Воровайку. А, обманывает. Обегоривает. Как ты говоришь? Вот это мы его обегорили. Это ты что, блин, хорошенький. Трещотка на удочке сработала. Че, ушел? Я зацепил. Это че? Вот, смотри, какие турбулеты. Ну, да. Красота. Вот это рыбалка. Мне уже нравится. У нас обед. Приятного аппетита, Кирилл Васильевич. Спасибо. Миску пожарили. Окрошечки наготовили. Да, окрошечки, помидорчики, огурчики, лучок, сальце. По новой опускай. Володя, ну ты нормально поешь, нормально, спокойно, так без он, рыбалки, понимаешь? Без рыбалки. А? Я бы с удовольствием, так они вот мы сейчас сидим, кушаем. Вот взял за очечи, прям вот, прям в очечи за очечи. Очкарик. Давай, Володя, убирай удочки, давай поедим нормально. Не травмируй нам душу. Я вообще чуть-чуть шевельнул только ногтиком. Нахуй. Опускай его, ладмёк. Вот все люди как люди, а Владимир Яковлевич, блин. Он мне в ногу упирает, а нифига там интересно, как вот он. Вот это поворот, блин, красиво ты заарканил. Да. Настоящий хапуга. Чего Володя поймал? Шарангу. Ну-ка давай поближе сюда. Вот такой красавец. Она аж на объектив не влазит. Красота. Что там у тебя? Окушок. Ну, красавчик. Хорошая пунишка.
думаю, что достаточно будет по половинке. Да. Сейчас рога на кормосиле прилетит, блин. Вот еще одна. Ой, вот таких, наверное, мы даже отпустим. Нет, таких однозначно нужно отпускать. Я уже оторвал. Ты оторвал уже? Ага. Вот таких мы берем. Блин, такой гвоздикубик оторвал. Ёпта, ладно, что ты плачешь? Не первый, не последний. Вот, Володя. Блин. О, смотри, подлещик подошел. Вот она. Видишь, все-таки сыпуха делает свои вещи. Опа, и туда, блин. Вот она. Да. Вот на опускание было. Угу, уже хорошее. Кто-то что-то делает. Ох, о, дуплет, да, дуплет. Вот это я. Белый дуплетик сегодня в воде. Я-то уже ловил. Опа. Эх ты, посыпай. Прям как черт из табакерки, блин, выскочила. Ох, какая хорошая. Опа. Ага. Ну и все. Больше нечего изобретать. Прям здорово. Я думал сначала это лишний килограмм. Вот вода нормальная идет. Колбасина. Ну-ка. Вот такая, да, серьезная. Вот это вот серьезная мадама. Серьезная мадама. Мамка. А, как мама любит. Хорошая. Рыба стала нас обманывать. По зубам, и всякое разное. Поэтому я решил поменять снасть, попробовать поставить более такую нежную, тоненькую, да, крючочки просто, без всяких мормышек, по одному опарику. Вот у меня два крючочка и одна снизу мормышка маленькая. Вот. Да, зла не хватает уже. Ты, главное, не психуй, Володя, и все получится. Самый кончик что-то стал осторожничать. Ну. О! Вот, пожалуйста, результат. Тоненькая снасти. Такая вот саражина на крючочек взяла. Крючочек с опариком. Я уже хотел сомневаться в своей профпригодности. Девочка была. Хорошая шотстрела. Ну да. Блин, не рыбалка, а песня. Угу. Серьезная? О, какая колбасин. Вот Володя сегодня таких колбасин таскает. Ты доволен? Я вообще доволен. Прям такая. Как отстреливает, аж отстреливает. Вот, наверное, поднимает аж. Ну да, тоже такая нормальная мамка идет. Не такая, конечно, как у Володи, но хорошая едовая. Ух, нифига, кивок загнуло. Начало клевать, это же
вторая, видимо, настроение меняется. Да. Нижняя сработала. Нормально. Смотри, кушает нашу прикормку. Угу. Лезет из задницы. Что-то хорошее идет, бляха. О, колбасина. Красотка. Хорошая сарагулечка. Хорошая. Мамочка. Не, здесь я говорю, и ночью, наверное, так если весело, вообще красотень. Да, походу забагрил. Что-то прям там отжигает. Пока Володя не отпускай. А то чувствую. А, нет, не забагрил. Ну, хорошая. Вот такая вот мамка. Лопатуня такая. Ну, на мотыля взяла. Пучок мотыля. Потек или съел? Хорошо. Блин, даже возмущается. Да, вот это колбаска была. Вот такие вот селедочки. Ну, прям такая. Грамм по 300. Хорошая. Я в руку берешь даже прям. В ящик полный. О! Колбаска. Спасибо, Вадим, на этом. С закрытием сезона тебе, дружище. И себе. Хорошо нынче порыбачили, за ГЭС ездили. Здесь порыбачили нормально. Был один неприятный момент у меня, но это ладно, забыли уже, проехали. Ты прав. Маленько да, провалился. Я купальный сезон нынче уже открыл, 22 марта. Ну, все, живой, самое главное, здоровый. Вот, что у нас сегодня по улову? Ну, улов неплохой, да? Одна к одной, такие да. Колобасины. Сорожки хорошие, окушок нормальный. Ну, подвесчиков немного, ну, полсумочки накидали, сколько здесь, по килограмму. Может, килограмм 20 есть. Но. А больше как бы не надо, да? Да, сегодня мы без ночевки, на денечек, поэтому замечательно. Вообще год насыщенный, я думаю, следующий будет еще лучше. Так что, отловились хорошо, чего мы вам всем желаем. Че, Кирилл? Малят таскать. Все, тоже Кирилл. Третий кан не добил, ну ладно. Подскручиваешься. Ну, окушок, сорога. Ну, такая нормальная, да, сорока? Че, Кирилл, доволен завершением сезона? Очень. Ну, но он может быть еще не завершен. Может быть. Посмотрим, как будет погода. Может, еще раз выйдем. Но это будет другая история, да?